Новости Донецка. Сотрудников местной администрации срочно эвакуируют из здания. Весь день по Донецку и окрестностям наносят массированные удары. Один снаряд разорвался рядом с автобусной остановкой. Один человек погиб, 6 тяжело ранены. В жилых кварталах много разрушений. Часть города опять осталась без тепла и воды. Украинская артиллерия бьет по Донецку днем и ночью. Прямое попадание по рынку. Пожар тушили до рассвета. Уничтожены электро- и газовые подстанции. Обстреляны котельные. Похоже, что целью артиллерии стала вся городская инфраструктура. Один снаряд попал во двор больницы. Пациенты едут домой. Список погибших и раненых за сегодняшний день еще уточняется. Сегодня сократили рабочий день, опасаясь массированного артобстрела Донецка. После обеда всех отпустили домой. Многие намерены бежать из города.